Ой, ребят, как я это пропустил, сам удивляюсь. Роскосмоса, конкретнее Рогозин, решили популяризировать космонавтику. Ну, возможно, я это и пропустил, потому что мне показалось оно какой-то глупостью. Чего там популяризировать? Ну, космонавты, во-первых, да, это не продавец в магазине. В космонавты кого попало не берут. Это первый момент. Потом там и нет такой серьезной конкуренции. На сегодняшний день на регулярной основе в космос летают всего две страны на планете Земля, да, и обе, в общем, работают на одной единственной станции, которая находится на околоземной орбите. Возможно, в силу вот этих вот обстоятельств я этот момент упустил из виду. Но вот недавно снова мне эта статья попалась на глаза, я внимательнее вчитался, обалдел, ребят, ну такого китка. Да, это даже не съемки кино на МКС, которые обсуждали последние пару недель, сейчас все поймете. Это реальная журналистика, рубрика «Коротко о главном». Сегодня поехали. Итак, ребят, конкретики. Популяризация заключается в том, что они решили снимать некие видеоролики и размещать их, никогда не догадаетесь где, на YouTube. То есть они собрались снимать, Роскосмос и Рогозин, собрались снимать ролики для YouTube, создадут, видимо, какой-то свой YouTube-канал. Тендер уже прошел, тендер выиграла, значит, какая-то фирма подконтрольная Рогозину, не удивлюсь, что там кто-то из его родственников, друзей каким-то образом замазан. Теперь главная цена вопроса. 137 миллионов рублей. Контракт на 9 месяцев. 137 миллионов рублей на 9 месяцев. Это почти 15 миллионов рублей в месяц. Может быть, кто-то из вас сейчас подумает, не, ну там какой-нибудь колоссальный объем работ. Нет. По контракту. Значит, нужно изготовить в общей сложности 90 роликов. Хронометраж каждого не более, там, не менее 10 минут. То есть 90 10-минутных роликов, 9 месяцев контракт, то есть 10 роликов в месяц за 15 миллионов рублей. Слушайте, я когда это прочитал, потом все это переварил, я просто обалдел. Я сам работаю на YouTube, я сам выпускаю примерно такое же количество видеороликов, и даже больше. И они тоже 10-минутные по хронометражу. Но я не понимаю, да, как одна программа, один ролик 10-минутный на YouTube, его себестоимость может составлять 1,5 миллиона рублей. У меня даже там десятой доли того они не стоят. Больше вам скажу. Вот вы помните, некоторое время назад мы отправляли съемочную группу снимать большой репортаж о ШИСе. Пару лет назад Женя Анисимов ездил. Мы собирали всем миром на эту поездку. Вот вся эта поездка обошлась нашей съемочной группе вот полностью под ключ, что называется, в 300 тысяч. Это при том, что их поехало двое. Они проехали полстраны. Они ехали на поезде, потом летели, потом снова ехали на поезде. Они останавливались в нескольких городах. Да, конечно, они не жили там в пятизвездочных отелях. Да, конечно, они летели не бизнес-классом, но даже если допустить, если бы было так, ну все равно 1,5 ляма за один ролик, ну не получается у меня, хоть убейте. 1,5 ляма за ролик, 15 миллионов рублей в месяц бюджет будет платить за 10-минутные ролики на YouTube о популяризации космонавтики. Что они там собираются снимать, я даже представить себе не могу. Слушайте, ну это бред уже сумасшедшего. Вот это уже ни в какие ворота. Я понимаю, что несведущие в этом люди, наверное, в этом плане как-то оно и сработает. Те, кто не понимают, как вот все это делается. Слушайте, ну данный ролик, да, я снимаю на телефон. Ну, хорошо, даже если допустить, что я куплю какую-то очень дорогую камеру, ну, самая дорогая камера стоит 1 миллион рублей. Даже если допустить, что я построю какую-то очень дорогую студию, ну, не вылезает там 137 лямов. То есть, это уже не просто грабеж, это наглый, бесцеремонный хапок. Вот
По большому счету, знаете, вот что можно сделать на эти деньги? На эти деньги можно просто на треть стоимости нанять в Голливуде какого-нибудь Спилберга, который все эти 9 месяцев будет за тебя шуршать, снимать эти ролики, опубликовать их, заниматься вот этим вот YouTube-каналом в течение 9 месяцев, а ты с двумя третями суммы на кармане можешь смело лежать и греть пузо на Бали. Вот что можно сделать. То есть 9 месяцев ты ни хрена не делаешь, за тебя шуршит Спилберг, и у тебя там примерно 80 лямов на кармане. Слушайте, что еще должно произойти в этой стране, чтобы народ уже наконец начал просыпаться? Простите, если на эмоциях, но я просто обалдел, я просто возмущен. 15 миллионов в месяц бюджетных денег за 10 10-минутных роликов на YouTube. Слушайте, ну разве что вот если прямые трансляции непосредственно с МКС вести, да и то это столько не стоит. Ну, в принципе, это Россия, да, а здесь одним все можно, а другим нельзя. А в свое время мне еще очень умный человек сказал, как украсть денег из бюджета. А ты затей какой-нибудь масштабный проект, стройку века или что-то еще, но чтобы это было глобальное, масштабное, чтобы в этом никто особо не разбирался, и там можешь лупить любой порядок цифр, все равно специалистов в той или иной области мало. Люди, простые смертные, не поймут, а ты будешь сидеть и мыть бабло. Чем, собственно, Рогозин и занимается. Все. Спасибо, что выслушали. Это была реальная журналистика. Рубрика «Коротко о главном». Сегодня я в шоке. Думаю, теперь и вы. Увидимся, услышимся очень скоро. Пока-пока.